a season of restoration. Итак, Матфея 4, глава 17 стих Библии говорит: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, то есть измените свой разум, ибо приблизилось Царство Небесное. Бог здесь, ваше будущее здесь. Правление Божие здесь, несмотря на COVID, несмотря на то, с чем мы сталкиваемся в этом мире. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков, идите за мною». И вы побываете в тех местах, о которых даже и не могли представить. Я сделаю вас головой, а не хвостом. Многие думают, что, следуя за Иисусом Христом, вы превращаетесь в мертвого осла. Он не превращает вас в такового. Иисус не пришел, чтобы одомашнить вас, опустить вас. Он пришел, чтобы призвать вас к величайшему приключению в жизни, чтобы превратить вас из никого в кого-то во имя Иисуса. И Он говорит: «Идите за Мной. Я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. «Я говорил с вами о призыве, о видении и путешествии. Через два дня я буду праздновать 35 лет на полном служении. Я знаю, что выгляжу на 36, можете прославить Бога за Его верность во имя Иисуса Христа». Но 35 лет! Некоторые не могут продержаться 35 лет на одной работе. Я благодарен Богу за Его благодать, за чудесных людей и за то, что это лишь половина пути. Аллилуйя! Но это путешествие началось с одного шага в верном направлении. О чем я говорю? О том, чтобы прийти во дворы Иисуса. Один шаг в верном направлении. Когда вы приходите к Иисусу, вы не можете остаться таким, как были. Вы больше не можете быть мертвым. Вас нельзя больше удержать. Вы не можете больше жить без видения, впадать в депрессию, ощущать себя брошенным. Когда вы обретаете связь с Иисусом, вы обретаете связь с судьбой. Вы обретаете связь с ярким будущим. Мы будем говорить об этом сегодня. Многие думают, что, следуя за Богом, человек становится никем. Иногда умереть проще всего, а вот жить для Христа сложнее всего. Вы слышите меня, юристы, доктора, политики и пасторы? Легко довольствоваться вторым местом в жизни, легко играть в привычные христианские игры и быть посредственным, не двигаясь в сторону неизвестного. Я верю, что Бог поднимает величайшее поколение, какое только видел этот мир. Я верю, что мы увидим лучших врачей, политиков, проповедников, докторов, инженеров, величайших матерей и отцов. Я обращаюсь к молодежи и всем, кому меньше 85. Поднимитесь на ноги и скажите на это «Аминь». Прославьте Господа своими голосами, аплодисментами. Ведь Иисус ясно говорит: «Идите за Мною, я сделаю вас, я не сломаю вас». Аллилуйя! Аминь! Многие люди думают, что когда они будут следовать за Богом, Бог будет ломать их. Многие думают так и поэтому держатся подальше от религии.
Они думают, что придя к Богу, они утратят свой потенциал. Они считают себя дикими жеребцами. Они думают, что придя к Иисусу, станут мертвыми ослами. Не имеет значения, какая статистика безработицы. Не имеет значения, что говорят экономисты и бизнесмены. Не имеет значения, как давно идет локдаун, пастор. Следуйте за Иисусом Христом, и Бог приведет вас к большему. Во имя Иисуса, вы должны быть живы. Вы должны сесть, а затем встать и подняться. Ведь когда вы будете следовать за Иисусом Христом, вы не будете мертвым ослом. Вы будете живым жеребцом. Вы побываете в местах, о которых другие даже и не могли представить. Бог сделает ваше имя великим. Бог благословит вас. Он откроет для вас новые горизонты. Он расширит ваши горизонты. Я ощущаю силу Бога. Это не время для того, чтобы уменьшать наши видения и сны. Это время для того, чтобы действовать радикально и верить в то, что лучшее еще впереди, что лучшие дни жизни впереди, лучшие годы бизнеса еще впереди, лучшие годы служения еще впереди. Все потому, что я следую за Иисусом. Бог не ломает вас, а делает вас. И многие говорят, этот человек проходит через все это, потому что Бог смиряет его. Нет, вы не найдете ни единого места Писания, которое говорило бы об этом. Библия говорит, смирите себя, и Бог вознесет вас. Библия говорит, что мы смиряемся через пост и молитву. Бог не занимается смирением людей. Люди говорят, сначала Бог сломает себя, а потом создаст нечто. Нет, Бог не ломает людей. Он дар с подъемом. Я говорю, Он дар с подъемом. Он поднимет вас выше. Он поднимет вас из грязи в князи, из пепла. Поднимет вас из трагедии и разочарования. Он сделает так, чтобы вы не двигались в никуда, а шли куда-то во имя Иисуса. Я всегда мыслил позитивно, но никогда не мог представить, что Бог может взять парня из Блумфонтейна и сделать так, чтобы он ездил по всему миру, проповедовал на больших конференциях по всему миру. Я всего лишь сделал один шаг в верном направлении, встретился с Иисусом Христом, и Он изменил меня полностью. Хочу сказать, что призыв следовать за Иисусом — это революционный призыв. Это самое смелое приключение, в которое вы можете отправиться. Оно заберет вас из посредственности. То, что Он делает, — это полная противоположность того, что делает религия. Она давит на вас, говорит, что вы не можете делать. Она говорит, не думайте особо о себе, а Бог говорит, думай о себе лучше, Гидеон. Ты не самый малый и слабый, ты муж сильный, ты изменишь мир, ты войдешь в историю, ты потрясешь мир ради Бога. Следуйте за Богом, и Он сделает вас. Вы можете быть домохозяйкой, но Бог может сказать вам, после того, как ты воспитаешь детей, тебя ждет нечто удивительное. Ведь я Альфа и Омега. Библия говорит, что если вы потеряете свою жизнь, то найдете ее. Бог не забирает у вас ничего. Иисус ничего не взял у богатого юноша. Он сказал, да, и у тебя будет сокровище. А вот как Бог ведет разговор с нами, Он не диктатор, но Он призывает нас к тому, чтобы мы отдавали Ему свою жизнь. И когда мы отдаем Ему свою жизнь как Спасителю, то встречаемся с Ним как с Господом. Люди пугаются, когда начинаешь говорить им, что Иисус — Господь. Они думают, что потеряют свободу. Нет, Христос освободил нас ради свободы. Он освободил вас от греха, оков и прочего. Он освободил вас для того потенциала, который дал вам. Нам нужна радикальная молодежь, которая пойдет в политику. Нам нужны люди, готовые воплощать мечты. Нам нужны люди,
сведением. Нам нужны люди, которые обновят свой потенциал во имя Иисуса. Ведь когда вы встречаетесь с Творцом Вселенной, вы не можете ожидать мелких перемен. Он призывает нас отдать свои жизни Иисусу, как Спасителю и Господу. Сначала мы встречаемся с Ним, как со Спасителем, и это удивительно, а затем как с Господом. И для этого нам нужно покаяться и отдать Ему свои жизни. Хочу, чтобы вы услышали, куда Бог хочет повести нас. Я говорю о будущем ЮАР и нашего мира. Иногда легче всего умереть, а вот в жизни для Христа приходится сталкиваться с гонениями и завистью. Библия говорит, что мы должны принести себя в качестве живых жертв, не мертвых. Иногда Бог использует людей, и им говорят: «Ты отлично поработал». «О, это не я, это Бог». «Нет, это был ты. Ты нес мяч, ты распахивал землю, ты построил здание, ты стал директором компании». Когда люди делают вам комплименты, говорите: «Большое спасибо, я воздаю Богу славу, потому что дары и таланты от Бога». Аминь. Не нужно переходить к ложному смирению, когда вы прекрасно знаете, кто вы, но ведете себя так, словно это не вы. Было время, когда люди говорили о Духе Святом. Многие люди, которые в Боге уже 30, вспомнят времена, когда великие учителя ЮАР говорили: «Пасторы, настало время выйти из-за кафедры, чтобы церковь была у Бога». Что вы имеете в виду? И все мы оставили свои места. Пусть Бог возглавляет церковь. «Хорошо, Боже, веди служение. Я пошел, и все». «Пастырь, не мешайте». «И что же происходит?» «Ничего». Они говорили, чтобы пасторы вернули церковь Иисусу. И чем больше они говорили об этом, тем больше Господь говорил мне: «Я помазал тебя проповедовать, Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать». «Дух Господень на мне, Он помазал меня быть ученым, доктором, спортсменом. Дух Господень на мне, Он помазал меня на такое время». Я скажу снова, иногда умереть для себя — это самая простая часть. Так вы становитесь христианином, который не мешает. Мы не хотим мешать Богу, но хотим быть живы. Мы хотим, чтобы Бог управлял нами. Мы должны быть действительно живы. Мы должны захватывать территорию для Бога, быть лучшим вариантом себя, не молчать. Мы не будем сдаваться, не будем поддаваться. Даже если все решат быть посредственными, я не буду таким. Я из лучшей породы. Я скакун. Во мне течет чистая кровь, кровь Иисуса. Нет образовательной системы или правительства, способного удержать меня, подавить меня. Я буду свободным сердцем. Я стану революционером. Мы не будем сообразовываться с этим миром, но будем преобразовываться обновлением нашего ума. Я дотянусь до звезд, потому что Иисус никогда не оставляет вас там, где находит. Аминь. Он помогает вам выйти за свои пределы. Он расширяет ваши горизонты. Он даст вам лучший брак, даст вам лучших детей, даст вам лучший дом. Он даст вам лучшие отношения, потому что это то, что делает Иисус. Он не маленький Иисус, а великий Бог. И вот с чего все началось. С простых рыбаков, необученных. Он не делает нас религиозниками, не делает нас такими, какими нас хочет видеть мир. Он делает нас такими, какими Он сотворил нас. Библия говорит, что мы Его творение. Мы созданы в Боге на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Мы Его творение. И в переводе Пэшн сказано, что мы Его поэзия. Мы Его работа в процессе. Он все еще пишет нас. Бог любит нас так же, как Он возлюбил Иисуса. А когда Иисус пришел на эту землю, то это не было нечто тайное. Были знаки, был хор небес, была звезда. Это было зрелищное событие.
Он жил в яслях, потому что в гостинице не было места. Читайте Библию. К нему пришел караван. Не просто три мудреца, а караван. Он принес ему золото, ладан и мирру. Это было самое зрелищное событие на земле. Рождение Господа Иисуса Христа. Если мы говорим о чем-то драматичным, зрелищным, что привлекает внимание, так это рождение Иисуса Христа. Пришли пастухи, был хор небес, мир на земле и в людях благоволение. Но у людей складывается мнение, что христианство — это тихая, подавленная жизнь, в которой ничего не видно. О, я не знаю, откуда вы взяли это. А вот почему многие становятся мертвыми, хромыми ослами или мулами. У них нет голоса, они не могут приносить плод. У них нет репродуктивной системы. А жизнь Божия вас требует, чтобы вы приносили плод. Вы не должны пытаться принести плод. Когда Бог создал Адама, то сделал это для того, чтобы он приносил плод, умножался, имел власть, но религия обманула нас. И мы поверили, что, следуя за Богом, нужно быть хромым и безинициативным человеком, а не Иисусом Христом. За 3,5 года он изменил весь мир. Он сделал это из маленького городка под названием Назарет. Вы там были, а? Он сделал это без соцсетей, без телевидения, из Назарета. Это место по площади, как наше здание в Претории. Я не шучу. Это был очень маленький городок, в котором Иисус прожил 30 лет. Вот почему люди говорили, бывает ли что хорошее из Назарета. В чем была разница? Иисус знал, кто он. Он изучал Писание. Он стал визионером, потому что знал, кем был. А когда вы знаете, кто вы и чей вы, то знаете, чего можете достичь в жизни. Без надменности. Потому что вы связаны с Творцом. А вот почему люди просто выживают. В Евангелии от Иоанна сказано, что он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Что он делает? Он крадет ваше видение, ваш потенциал, ваше желание жить. И кем вы становитесь? Просто очередным человеком, который пытается выжить, который бормочет и на все согласен. Но Бог говорит, нет, следуй за мной, я сделаю тебя главой, а не хвостом. Ты будешь лучшим, а не худшим. Я подниму тебя выше, чем ты считал возможным. Будь со мной, я выведу тебя из бедности, из пустыни, достану тебя из ям. Я поведу тебя в места, о которых ты даже и не мечтал. Если ты пойдешь за мной, я выведу тебя из мира идолов и благословлю тебя. Я достану тебя из чрева кита, Иона, даже несмотря на то, что ты подвел меня. Я заберу тебя из места, где ты ходишь кругами. Твои волосы снова вырастут, Самсон, потому что твои лучшие дни впереди. Тебя определяют не ошибки и неудачи, но любовь Божья. Я ощущаю, что Бог обращается к кому-то по телевидению сейчас. Воскликните на это «Аминь» и скажите «О да, это я». Я скажу это в четвертый раз, чтобы вы поняли, религия хочет, чтобы мы не мешали, но Иисус не призвал учеников для того, чтобы они не мешали. Он призвал их, чтобы они были кем-то. Он призвал их к экстраординарным вещам. Почему же я против того, чтобы церкви оставались закрытыми? Потому что это лишает людей того потенциала, который дал им Бог. Это отрывает людей от Бога. Не говорите, что можно быть христианином дома. Можно, но это ненормально. Мы все знаем это. Я вот служу пастором 35 лет и знаю больше вас. Я занимаюсь этим 37 лет. Спасибо. В Лэдибрейне, Блумфонтейне и по всему миру. Я знаю, что работает и что говорит Библия. В тот момент, когда вы теряете себя, вы потеряны.
Это не высшая математика. В тот момент, когда вы теряете присутствие Бога, вы теряете свою цель и задачу. А когда вы теряете свою задачу, вы становитесь посредственным, как все остальные. Вы просто ждете повышения, чтобы нечто случилось. Вы не работаете над этим, вы становитесь бесплодным. Ваша репродуктивная система не работает вне Божьего присутствия. Вот почему люди должны вернуться в церковь. Тогда моральный упадок прекратится. И у подростков появятся другие цели, кроме как ранняя беременность. Тогда люди не будут полагаться на социальные гранты. Они поймут, что они выше этого. Я стану архитектором, доктором. Возможно, сейчас мне 10 лет, но у Бога есть великая мечта и будущее для меня. Я стану актером, я стану актрисой, я сделаю нечто великое со своей жизнью. Вот что делает Бог. Он дает нам сны и видения. А когда вы теряете видение, вы погибаете. Умереть для Христа легко, а вот жизнь ради Него будет стоить вам всего. Но награда будет выше того, что вы могли ожидать. Он возьмет и создаст вас. Он будет вести и направлять вас. И в свое время Он возвысит вас. «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас». Апостолы должны были стать ловцами человеков. Вы же можете стать ученым, который будет ездить по миру, доктором, который изобретет что-то, архитектором. Как бы то ни было, вы не можете перестать мечтать и оставлять свой путь, оставлять Христа. Ведь в тот момент, когда вы сделаете это, Дух мира войдет в ваше сердце, и тогда вы будете ниже посредственности. Побывайте в маленьких городках и поймете, как выглядит Дух мира. Люди живы, но внутри них нет превосходного Духа. Не забывайте, что Дух Христа — это превосходный Дух. Когда Иисус живет в вас, ваша работа будет превосходной, она будет лучше, чем у всех остальных. Ваш округ будет превосходным, ваш город будет выделяться. Все потому, что внутри вас превосходный Дух. Хочу сказать вам сегодня, что Бог любит вас. Лучшее, что может случиться в вашей жизни, это встреча с Иисусом Христом, как личным Господом и Спасителем. Вот где все меняется. Когда вы встречаетесь с Иисусом, возможно, вы отошли от Него, так вернитесь к Нему. Он ждет вас, Он не против вас. Склоните голову, где бы вы ни были, и повторите эту молитву со мной. Он слышит вас. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты живой. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Отец услышал вашу молитву. Вы дитя Божье. Это первый шаг в верном направлении. Найдите других верующих, и пусть Бог благословит вас».